сейчас юный, нечего им вспоминать что-то. Октябрь гордится тем, что у него есть Международный день учителя. Так поэтому мы не забудем. Мы находимся в доме учителя, мы учительский ансамбль, да еще и учительский день на СМИ международный есть именно в месяце октябре. Поздравить нужно самых маленьких. Витаемо очень уважаемо уваги на уроках, а на перервах и почити, и пошкідувати. Батькам терпіння і турботи від 1 до 12 класів і далі. Сідайте зручніше, співайте з нами, починаємо з дитячих пісень, а керівник у нас. Ну, наш любимий, можна сказати, Сергій Діденко. Всі дівчатки, пожалуйста, на сцену. Thank you.
Oh!
Отдохните одну минуту, пока я коллектив выпровожу. Ранней Украине. Щоб швидше вони умивались не сльозою, а доброю, чудовою росою. І наш квартет дарує пісню «Гімн Києву». Артистки. Совсем как женский срок, когда ей 45,
Мечтает каждая, чтоб лето было вечным и окрыляла радость жизнь опять. Обманчивым теплом осень прельщает, так хочется ей время обмануть. Но ветер северный подуть, он предвещает дальнейшей жизни быстротечный путь. Осенним же теплом мы обмануться рады, ведь так приятен заблуждение миг. Пускай он явится для нас наградой за дух покорности, который в нас проник. Достойна каждая той призрачной отрады, осенние лучи коварно будоражат кровь. И, вскинув голову, шагаю гордо, без бравады, провозглашая сущностью своей любовь. Следующее мое стихотворение «Покой души». Хочется сказать такие лирические слова, такую фразу, что «Однажды я просто уйду в осенние дни, согретые солнечным теплом, и забуду обо всех горестях и проблемах. Как хочется печаль свою забыть, бездумно, вплоть до самого рассвета, по старым тихим улочкам бродить и ни на что не требовать ответа. И ощутить вдруг, что душа твоя вся полнится чудесным наслаждением, а трели птичьих нежных соловья ее пронзает радость упоения. Пусть даже будет летний дождь порой, когда душа расслаблена покоем, он как-то по-особенному свой, и россыпь чувств нахлынувает роем. Но сбрось ты ношу прожитого дня, хочу сказать своей душе усталой, восстань, как после буйного огня, ведь жить непросто, даже птахи малы. Красотина.
я лесом, полем, через речку, щебечут птицы, вся земля цветуя. Людей не видно и не слышно речи. И вдруг, как гром средь солнечного дня, я слышу голос прямо с поднебесья. Вы, люди грешные, забыли про меня, погрязли в блуде, зависти и мести. Я прошептала: Господи, прости за то, что мы всем миром натворили. Прости нам, Боже, грех нас отпусти. Мы возвращаемся, тебя мы не забыли. А дальше духовная песня поет солистка Федотова Светлана. Пожалуйста. За что тебя Господь благословит, если называется. Чисть свою и совесть не забыть.
Козюлина Татьяна читает стихотворение «Здравствуй, школа». Свейка мокукла, мя сербил чай тею. Свейка, ча лайминга вайкисте, нерупестинга югнисте проею. Мя спасяном трупути, отуто дяд, и мусу югнисте злайкаись. Здравствуй, школа, мы снова пришли к тебе. Здравствуй, где счастливое детство прошло. Постарели немного, а ты все такая, как прежде, ты такая, как в юности нашей была. Мы пришли в эту школу, все для нас было первым. Первый класс, и учитель, и первый урок. Мой учитель, как друг, самый лучший и верный, что открыл перед нами так много дорог. Мы хотим, чтобы школа совсем не старела, чтобы цвел по весне белорозовый сад, чтобы осенью школьное платье надела и встречала звонком голосистых ребят. А сейчас я расскажу все, что знаю. Поэтесса, мастер репортажей, фотограф и к тому же неутомимая путешественница, которая все, что интересное в Европе видела, засняла на видео, привезла, показала. Нам Светоча все рассказала, что видела и что знает, пополнила наши знания о Европе. Пожалуйста, Галина Иванова. Обо мне много всего. В следующий раз расскажу еще больше. Спасибо. Неожиданно представила все мои подвиги по жизни. Да, путешествий я немало, это действительно. Потому что жить надо действительно сегодняшним днем. Неизвестно, что там будет дальше. Хочется вот успеть, понимаете? Но, с другой стороны, хочу сказать еще такую мысль. Я хочу пожелать всем, чтобы каждый день нашей жизни был таким же красивым, как осенний пар, согретый солнечным летним поцелуем. Из стихотворения «Осеннее колдовство». Ты туманом окутала осень, мне судьба заколдованной быть. Налете уж осенняя просень, поумерить пора ей прыть. Сединой осень колкой покроет скоро кудри ее берега. Колдовство свое осень устроит и во мне, чтоб цвести не могла. И не будет уж летней услады, сонным маревом мозг утомлен. Нет уже молодой бравады, лишь мечта о покое вдвоем. Счастье миг всколыхнет всплеск эмоций, отзовется волнением в грудь. Но пускай больше радости порций украшают дальнейший мой путь. Еще одно мое стихотворение. Оно о тайниках души и неожиданных поворотах судьбы. Так и называется — «Тайники души». Душевная тоска, душевная тревога, она томит всегда, хоть поворотов много. Все ж стоит уповать на случай. Он решает, кому любовь послать, кто без нее страдает. Еще возможно вновь и первое свидание. Жизнь повернется светлой полосой признания. Любовь затмит весь мир. Та самая большая, мечтаемая дней всегда в начале мая. Зазеленеют травы, темные аллеи, и зажурчат ручьи, как будто бы в апреле. И даже в январе мороз и злая вьюга тебя не огорчат, судьбе станут подпругой. А тайники души, как в жизни параллели, блуждаем мы по ним, загадки в них доселе. Но каждый поворот таит нежданно встречу, они наши мечты, в душе пока не вечер. Сейчас.
сейчас прозвучит авторское произведение, называется «Летува». Читает Людмила Интеева. Так китуша люб бурі, їй іще далі по ночі, чи Європу світуріс, і ще дев'яном м'яс вісі, і спуйкусь, і лавий жаляс, до пілякальну пшту, і шкапавічу сяну, мені драса переживю, і тілну мою чітю. Грожу стябіна бажнічу, скріжу каунас, і коплічас, мені драса переживю, і тілну мою чітю. Так гражю мішку гівяна, дар што жмоняс, ір памалдус, мілі шарі, саво жямя, ір астікю пас мус, висада ты мус. Ну і одно стихотворення хотела бы вам прочитать. Посерели, почернели, все просторы на полях, жёлтый, серый, зеленый на нескошенных лугах, лишь вдали кое-где мелькает голубой цветок. Лето убежавшего, маленький глоток. Небо серо, поле черно, пахарь молодец, распахал прилежно поле, сорнякам конец. На нетронутых полянах высохла трава, ветер дунул, побежала легкая волна. Буры, желтые, багряные, осени наряд, пожелтевшие березы у дороги в ряд, щеголяют клёны яркую листвой, собирают люди листья, несут домой. Зелень пропадает, птицы улетают, в необъятные дали птичьи стаи тают. Осень золотокудрая прощается со мной, скоро все покроется снежной пеленой. Спасибо. Какое счастье быть любимым, в ответ дарить любовь свою. И каждым утром просыпаться с волшебным трепетным «люблю». Песню, которую сейчас нам исполнит Костюк Светлана, называется «Я люблю тебя, слышишь?». Встречали.
сейчас прозвучит украинская песня «Без тебе», «Без тебя» исполняет Анна Самойлова. Тепло своей души, пусть мир твой будет ярок,
и этот свет другим подаришь ты. И, может быть, от осени в подарок получишь как презент осенние цветы, осенние последние цветы.